could be us. So back to what I was saying. It could be us. Всем здорово! Сегодня откроем сундучки Альмахада, количество 50 штук. Посмотрим, что тут падает. Какой тут дроп. Есть что тут интересное. А интересное это может быть только баночки репутации. Оболочки интересные. Ну и говорят, тут костюмы есть красивые. В основном тут должны падать слитки, банки и больше ничего. Хорошие питомцы тут, прям отличные. Вот кристалл знойности есть даже. Тоже прикольная штучка. Но он работает только на острове Альмахада, так как и кристалл убойности, или как там его еще называют, который работает только в море. О, ключик пойдет, откроем потом. Баночки вот эти тоже хорошие, тема прикольная. Там и КД дают. Ну. Дают КД. Скорость передвижения, но оно все действует только на зоне Альмахада. Ну, слитки само собой. Вот такой нам дроп выпал. Ключики. Призыв чина. Один только. Эликсир репутации. Хороший. Ключи. Эликсир радиатора. И кристалл знойности. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видеоролике. Пока.